Крупная авария произошла сегодня утром на выезде из Первоуральска. На 7-м километре дороги Первоуральск-Шаля в районе горы Теплая столкнулись пригородный автобус и легковушка. Водитель Volkswagen, двигаясь со стороны Первоуральска в сторону Шали, при движении по обочине справа, не справляется с управлением, допускает выезд на сторону дороги, предназначенной для встречного движения. В результате чего происходит столкновение пассажирским автобусом. Авария произошла около 7 утра. По предварительной информации, водитель Volkswagen выехал на обочину, где машину занесло и вынесло навстречу. В салоне пригородного автобуса, двигавшегося по маршруту Доломитово-Первоуральск, на момент ДТП находилось 10 пассажиров, 7 из которых пострадали. Медицинская помощь понадобилась и водителю, и пассажиру легковушки. Сейчас они находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают как тяжелое. Все обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Также ситуацию на контроль взяла прокуратура Первоуральска. В настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка, результатом которой после принятого решения, и оно будет, соответственно, ему будет дана оценка со стороны его законности.